Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Подходи, раз пришел.
больше такого нет. Фух, блин. Концентраты, блин, сплошные. А дома-то как было? Придешь вечером, вот такое, а знает кто? Домашнего на стол горячего. Ух. Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повалялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: и попрошайничает жалостно. Водички, водички, водички. Кажется, уже целую вечность не спал в нормальной постели. И что же оно за выжигатель такой, а? Правду о нем говорят или брешут? Я тут вспомнил вот. Идет фигурка с молодой. Тут бабушка рощица. Или маленькая. А на карте на параде. А нет. Здесь как будто припадочный. А те ребята как-то странно его закрываются и не пускают подойти поближе. Я и спрашиваю тогда, что это с другом вашим такое? А они сами для шуток трясутся слегка, и в глазах такой огонек странный. Тут что-то неладное творится. Но расчет оказался неверным, не было там нифига, кроме мусора. Время только потерял. Решил я тогда сделать привал небольшой, отдохнуть маленько. Нашел укромное местечко, рюкзак скинул, вытащил термос с кофейком и кружечку свою любимую. Уселся, да, и принялся за кофейком. Контролёр!
Стой! Это военная база. Проход на территорию только по пропускам. У тебя есть 10 секунд, чтобы его предъявить или удалиться отсюда.